Солянка с охотничьими колбасками – это насыщенный, питательный и ароматный суп. Рецепт приготовления данного блюда совсем простой. Солянка станет идеальным вариантом вкусного и сытного обеда. Как приготовить солянку с охотничьими колбасками? Рецепт приготовления простой и не займет у вас много времени. Существует несколько видов солянки – мясная, рыбная и грибная. Сегодня я предлагаю вам приготовить мясную солянку. Для приготовления данного блюда понадобятся простые и доступные ингредиенты. Перед подачей можно добавить ломтик лимона, немного сметаны и свежей зелени, тогда блюдо будет выглядеть еще более аппетитным. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Возьмите луковицу среднего размера, очистите ее от шелухи, промойте под проточной водой и мелко нарежьте. Морковь хорошо помойте, почистите и натрите на мелкой или средней терке. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук с морковью в течение 3-4 минут. Охотничьи колбаски нарежьте небольшими кружочками.